В новой школе будет работать сразу два бассейна. Для старших классов 25 метров в длину, для младших 12 метров. Вода будет подогреваться, а для удобства школьников здесь будут работать сразу 4 душевые комнаты. Бассейн на первом этаже, спортзал на третьем. Это отдельный спортивный блок с игровыми залами, снарядами, чтобы не мешать учебе. Вход в школу по пластиковым пропускам. У учеников начальных классов своя зона. Помимо учебных классов у малышей будет игровая комната и даже спальня. Это горячая столовая, обеспечена полным циклом приготовления пищи. Подрядчик — фирма «Акташ». Застройку они взялись после сдачи 13-го квартала Салават-Купере. В багаже большой опыт и в строительстве школ. Это будет отвечать самым современным требованиям. Школа полностью оборудована всей инженерной инфраструктурой, включая системы безопасности, как дымоудаления, подпора, компенсации воздуха, пожарно-охранной сигнализации, системой кондиционирования отдельных помещений. 25 тысяч квадратных метров – это актовые залы, библиотека с читальным залом, медиатека, медицинский кабинет. Такая же площадь у прилегающей территории. За ее благоустройство возьмутся уже весной. В здании тепло, идет чистовая отделка, облицовка плитками, идет начинка оборудования. Никаких сомнений, что эта школа не будет давно, срок у нас нет. 1 сентября в школу смогут пойти 1224 ученика. Родителям больше не придется возить детей в соседние за несколько километров. Так Салават-Купере постепенно наполняется инфраструктурой. Уже работают два детских сада, магазины шаговой доступности, отделение банков. Жители в ожидании детской поликлиники. Она может появиться в течение полугода. Анна Городнова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.